Это хвост лег, гнезда рус, а тут тушаня. Не могу глядеть на грибок. Нет, это не конкурс чтецов стихов или отбор в ряды местной самодеятельности. Это работа одной из секций, представленных на Дне открытых дверей в Управлении Национального банка по Брестской области. Здесь ребята читали стихотворения, отгадывали загадки и даже собирали мозаики, на которых были изображены современные белорусские деньги. Развлекательная программа приятно удивила и детей, и взрослых. Я сегодня пришла первый раз в банк. Мне больше всего понравилось складывать пазлы. И в будущем я хочу работать в банке. Ребенок с ранних лет должен, мне кажется, понимать, осознавать, как работают деньги, откуда все-таки они берутся. Вот. Ну, узнали, что состоится День открытых дверей. Как бы очень интересно, заинтересовались, потому что никогда, в общем-то, не приходили в Нацбанк. Ну, как-то так. И День открытых дверей, скажем, поспособствовал. День открытых дверей в Национальном банке проводится впервые. За долгие годы работы, пока эта структура была закрыта для глаз обывателя, она претерпела большие изменения, которые коснулись не только смены валюты государства, но и совершенствования материально-технической базы. Об этом рассказывает одна из площадок – Банковский музей. Всего в День открытых дверей работало 4 учебно-познавательные платформы. На первой площадке, это, наверное, самая интересная площадка, где наши дети рисуют карточку, рисуют и деньги, рисуют то, что они видят и как они представляют тот мир, в котором они сегодня находятся. Это самая интересная, наверное, была площадка. Вторая площадка – это площадка, где мы рассказываем полностью о наших деньгах, о ценностях и как работаем с ними и те проблемы, которые есть. Третья площадка – это площадка перевозки ценностей, где мы сегодня показываем ту технику, на которой мы работаем. Есть возможность попробовать свою меткость на стрельбу из боевого оружия на тренажерах. И четвертая площадка – это площадка экономическая. Посмотреть на автомобильную технику современного банка, пострелять из оружия, на котором тренируются инкассаторы, получить консультацию о том, какие услуги сегодня представляет структура, и подержать в руках настоящие подарочные монеты – эти и другие возможности в субботний день стали доступны берестейцам. Только за несколько часов работы банк посетило около 1500 гостей. Возможно, в скором будущем такие мероприятия станут доброй традицией Национального банка.